Всем привет, ребят. Всем привет. Флешка, по поводу того, что ты написала про Крэша, да. А ты как бы... Че? Ну что там, что-то запрещенное на стриме тебе? Вот обязательно это слово использовать, чтобы мне спросить? Он оба этих слова написал, ну вы посмотрите на него. Ну, камон, ну ты... Ну да, ладно. Ну он чекни лопату. Дедушка у нас есть? На, сука. Смотрите, самолет! Горит. Нифига себе. Вот, замочи, замочи. Ребят, если увидите ведьму, дайте ей ачивку на ней сделать. Новую ачивку добавили, ваншотнуть ведьму. Я хочу сделать это. Я возьми. Я лежу, я лежу. Вывозите, пацаны, вывозите. Работаем, работаем. Плевачится справа. Машину не стрельните. Лежит, плевачится на вас. Я стрельнул в нее сам. Кто стрельнул машину? О, тихо, тихо, тихо. Подстрахуйте, ребят, сейчас я займусь. Получилось! Все нормально, все нормально. Все нормально, все в порядке, ребят. Чего вы очкуете? Ее даже нельзя касаться. Ну, прыгать на нее, да, нежелательно. Вперед, вперед, ребят, куда вы? Блин, 10 хп, и я сразу сдохну, если упаду. Да, да. Давай. Терпи, буду смотреть. Терпи, братишка, чуть-чуть осталось. Хантер. Хорошо. Подожди, я патроны возьму тут. Тут аптечка еще. Зомби. Угу. Да. Я перевязываюсь, Максим, прикрывай. Давай. Давай, мы вдвоем выживем, мы вдвоем выживем, и потом заново заселим эту планету, братан, давай. О, вон они, мы их можем спасти. Меня тянут, Максим! Хорошо! Спрыгиваем, там сзади много, там сзади много. Под крэпа. Я хотел коктейль молотого, Валя, подкинуть, не смог. А я тоже там кручусь? Опа! Помогайте, вы чё? А, не найс, я мёртвый. Там Жакей где-то справлюсь. Чё он ржёт, блин, как из чата какой-то чел, ну? Когда кекс не попал, блин, из чата сразу. Это оно! Не, ну это, блин, куда... Вот слушайте, чуваки, я не знаю, как вам, но это куда веселее было, чем мы играли PvP реализм, если что. Пап. Предательство. О, смотрите! Смотри, какая пушка, это СГ или как это? И звук искать. Блин, стреляет на какого? А че мы типа ждем? А, тут еще хил, и тут наверх. А, так это супер удержание какое-то долгое. Это, наверное, последний. Так, я пришел наверх, чуваки. И потом вниз спрыгнул. Да, вроде прикольно получилось. А чё там, Милли тоже оружие, да, бьет по своим? Да. Гранило. Не упал. Встаньте как-то по углам, чтобы перекрестного огня не было. Я что-то не понял. Я думал, мы наверх хотим, потом что-то не хотим. Ты сейчас поднимешься, Максим, наверх. Поймешь, почему мы больше не хотим наверх. Ну, поднимаюсь. А, понял. Блин, меня нокнуло здесь в комнате. О, гранил на первом, подошел к нему. Нихера он мансует. Танк идет, что ли? Танк! Походу, да. Адреналин. Не, блин. Нет, курит на улице, курит сверху, с домика. Охренеть, он с одного камня меня убил. Ладно, это короткая компания, ну, типа, она близко. Карп, ты, блин, хоть с нами бы стоял, блин, мы тут втроем в комнате, да где-то там. Так я тоже в другой комнате там сам делал. Мы в другой комнате, я тоже в другой комнате. А вот она сидит. А го ее, подойдем, иди сюда. В голову на счет 3, готовы? Не вставай только, Кекс. Не слышал счет 3, но... Она вставать начала, потому что извините. Я наверх! Она идет. Убивать. Она за мной! Ну и в очко. Меня настреляли, мы. Да в смысле? Почему он уже... Зажимай. Ну, ребят... Что? Макс. Я думал, к вам прыгнул и... С такой высоты? Серьезно? Дед, ты что, обезумел? Подсадку будем? Подсадку. Народ, мне нужна помощь. Нет, тут никак, тут нельзя назад.
Вы чё? О, граната у него. О, М-ка. Смотрите, тут прям наверх можно, смотрите. Вот, нам сюда и надо, походу. Флешка, если тебя там утащат, то ты сосал. Не-не-не. Он лезет, да? Угу. А, идиот, блин, в трубу кинул. Блин, не надо попал. Его, ребят, добивать! Он залазит, ребят. Бегите от него. Терем-тир-ярим. Я в спинку ему... Найс, 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 найс! А чё? А... Дай, ёб твою мать. А этот... А... Чего? Чего? Блин, 12 канистр, серьезно, блин? Ничи, так это супер долго, чуваки. Это мы еще обосремся 10 раз. Я стою, просто рукой бью его за труп. Че, дай по второе. Да, по-моему. Блин, я опять это упал. Это я тебя вогнал. Блин, ну получается, та часть супер легкая, а вот здесь уже это, прям попотеть надо. Нет! Это жестко. Взял, конечно. Да, мне ханс. Ну, алло, помогите ему, чуваки. Ну, стоило мне на секунду отойти, блин, все. Убиваем. Извините. Это я был. Все, вроде. Почему я флешку убиваю? Он почему на зомби так похож? А как? Ага. Меня свой подстрелял. Серьезно? У меня даже тебя не было на экране, если что. Дефибриллятор взял. Вибратор? Дефибриллятор. Тяжело говорить. Дефибриллятор. Дефибриллятор. Дефибриллятор дефибриллировал. Узял, короче, оживать вас. Оживляй. Максим, а ты откуда к нам приехал? Из деревни. Понял. Да их так же. Так, все, скидываем вниз. Сколько у нас внизу? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну кто так кинул далеко? Ну ёб твою медь. Так, чё, идём вместе это? Поняла. Перепомогите? Нет. Ой, да ж, господи, как с детьми? Ну кто один вниз уходит? Ну флешка, ну почему ты идёшь туда? Смотри, сколько низ ты прошёл. Зачем? Их можно, они через стену видны. Ну зачем ты руинишь? Ну мы полчаса тут сидели. Как с детьми, просто за одним не уследишь, он убегает, за вторым он канистру выкидывает. Что вы делаете? То умрет тот лох, то первый умрет. Ой, она не умерла. Она сейчас прибежит ко мне поздороваться. Да. Справа. Попадать. Иди там зомби, ребят. А, текст лох. Да, ладно, я виноват. Ну я думал, мы ее убьем, как бы, она что-то... Ну отлетела одна далеко. Либо хрен знает. Ничего не минус, ребята, она не взрывает канистру, все нормально. Работает. Да, пожалуйста, ну вы что, боже. Вы по зомби так стреляли-то, ну ё-моё. Давайте скипнем в очко, все равно не видно. Сколько противник, блядь, с канистерами? Что происходит? А, это я эскейп нажал, я думал загрузился. У вас грузится у кого-то? У меня пока загрузка написана. У меня тоже загрузка пока. А, во. Ёб твою мать! О, Настя, текстурки, тут походу как в этом, в Гаррис моде надо качать. Мне нравится. Может, попробуем так пройти? Блин, было бы угарно. Реально больше и проблемы, чем радиация, блин. Наркотики. О, выключите фонарик, чуваки. Го, сражение, реализм, законнектимся, чуваки. Нажмите сейчас сражение, реализм, игра по сети. Нажмите. Так, я здесь. О, заходите ко мне, заходите, тут 4 слота. Короче, Ярик будет это. О.
Мне уже нравится. А как говорить, на какую кнопку? Да там чел телевизор смотрит сейчас, мы ему просто, ну мы сейчас скажем, что там. Разорвало мне сидение. Да, он, короче, ливнул с телевизором. Так, а нас сколько? Мы пока 3 на 3 не тестуем, снеговика еще нет, да, получается? Гонки на выжиж. Типа на жакеях, кто дальше пробежит. Блин, я, по-моему, угадал. Да. Вы типа все на жакеях? Все на жакеях. Да, мы все на жакеях. У вас ноль шансов, я пошел. Гонка на выжиж. Наконец-то. Так, воу, какой я быстрый. А, вы быстрые какие-то? Да, они вообще супер быстрые, мне положили. Ё-моё! И дамажит много. Оп. Сражение, выживание. Давайте попробуем. Вообще, типа, прикольно. Ну, секунду, ну откройте где? Дверь, блин. Чё, открываем, пошли ребят? Сюда, слышишь? Открывай и пошли вот сюда, вот, на открытую почву. Где я сижу? Вот они! Планировалось несколько дальше пролететь. Я подниму, Максим, не надо. Я подниму. У меня адреналин. Я прыгнул рядом. Толкнуть? Ага. Толкнуть? И там у них два хантера, блин, это чит. Я через стену смог забить, но... Ладно, поздно. Нормально, 3.12! Три часа 30 минут, дают. Ребят, у вас есть только вообще? Что мы сейчас 6 часов не нормались? А они раньше начали как-то в тот раз, нет? Радио, да, можно радио нажать. Нет, тихо, не надо жать. Давай, я понял. Псих, нажми радио, пока я пушки беру. И поехали. Ага. Давайте. Максимка. Хорошо. Отлично, блядь. Нормально. Двое лежат, нормально. Да они опять, они эту карту раньше нас увидели и все узнали. Ну да, классика. И у нас что-то побольше было, зомби. Плохому выживальщику. Дай использовать дефибриллятор. Почти. Сгори. Ну все, поздно, не важно. Ну, в принципе, неплохой драйв. Не, ну нам не повезло просто вначале. Мы потом еще раунд сыграем. А тут нет. Да я мое! Она там за этим. В углу стоит. Почему? Так, ну что, пацаны собрались, значит. Раскидываем на 7 часов, на 12 часов раскидываем гранаты, раскидываем молотов. Ребята, тут есть пулемет. Пулемет тоже раскидываем. Все везде раскидываем. Чувак. Отлично. Ах ты, сука. Там танк сзади, ребят, у вас прям вот. Флешка, обернись, блядь, там опасность. Так. Да как так-то? Так, все, флешка, бегай. Я мансую максимально. О! Там это, там домик вроде есть. Где-то. Да я зуб доедал! Как мне... Кто меня освободил? Супчик он такой. Но меня затянул... Супчик вкусный был. Меня затянул этот чел, и после этого я такой, ну ладно, даем суп, а в итоге... Давайте попробуем после этого режим танк. Что это такое? Четыре танка! Четыре танка тебя ласкают, четыре танка шепчут тебе, что ты одна. О, телепорт, фаст ТП. Короче, тут, видимо, идея в том, чтобы просто убежать от них, да, или чё? Походу, да. Я вниз. Ну, слушайте, ты убежал, Ярик, ты выиграл. На самом деле, знаете, чё? Сейчас я... Компанию зарашить попробую. Так, в смысле, танки же довольно медленно, от них реально надо просто, типа, убежать. Смотри, чё, не идите, не идите. Ребят, сейчас я разгонюсь. Они смеялись над ним. Блин, пошел, ляг как прыгать, смотри. Кирилл, банихопа нету в Лефодете, нужно просто вперед и пробел постоянно жать. Не нужно в бока. А танки сзади резались, все побежали от них. А, не догоняют! Максим! Я тебя... Нет, всё, сзади меня! Подходите, Марина! Ребят, подходите! Ублюдки, жирные, а! Ой. Да как медленно-то так бегает танк, ребят? Я понял, они принесли Ярика в жертву. И мы смогли пробежать карту.
похоже на то, блин, они кричали Happy Birthday to you и... Блин, Максим, как же мы с тобой встряли, мы так могли далеко. Блин, как же ты быстрый. Но я адреналин по пути нашел. А, понятно. А когда за тобой 4 танка бежит, адреналин не работает? Да. Че там, че там? Из. О, что? Тебя через стену ударило. Так, так, тихо. Ну что, выезжаем? Алло, ребята, документы. А что перед нами? Понимаю, куда ты закинул там чё? Давай, психоделов, два ствола. Давай. Подбустит, ребят, подбустит. Вперед, вперед, вперед. Подбустил, подбустил. Еще. Так подбустил, что ух. Ну не надо. Так ты куда собрался, да куда ты? Ну не надо, ребят, ну я думаю, Фредли. Подбустил тебя тоже. Подбустил. Нет. Нет. Давай, давай, Кирилл, мы их развлекаем. Мы... Подбустили он меня! Он вошел в себя. Нормально, нормально. Мы развлекли. А где Максим, кстати, вообще? Он тоже убежал? Я он сзади бегает, разгоняется. А он крадется. О, так это, Максим, 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 ты че? За них танк! А, понял. Понял. Да как? Да как? Да почему? Блин, еще бы это, еще там, Ярик, апероль там, еще бы сюда вообще был балдеж. Шкейлер, на улицу выйдем. Да, ага, тут танк. Не-не, стой, не бей, давай угорать над ним. А, извините, я думал, надо убить. Вот чайный пакетик, там все танковский делать. Двойной танковский чайный пакетик. Двойной танковский чайный пакетик. Жесть! У него рожа разорвется сейчас. Все, все, занимаем позицию. Они сзади, сзади там убивают. Убиваем, убиваем. Укрытие станьте, чтобы убить их точно. Блин, подбустил, извините. Блин, я там не умею ходить. А, Кирилл! Как тут делается? Не могу. Да они там ждут, что ты идешь, забей. Как он тут появился? Там фейс-контроль реально. Из танки! Ой-ой-ой. А, ну нормально, нормально там. Не пропускай. Слухайся над ним. Сейчас все его. На входе стоит, блин. Блин, наконец-то конфогал играем, а не какую-то херню. По кайфу сейчас будет. Максим, ты же получаешь удовольствие? Да, я прям тонну удовольствия получаю, кайфую. Вот, наконец-то. Особенно от модов с танком кайфую, и вот литров не хватает сверху и канистры. Чтобы заправлять под... Максим, ты еще конфогал не видел, погоди. Сейчас еще в конфогле кайфанем. О, спидранерская карта, Кирилл, покажешь класс? Чел, подождите, а можете меня не бить, я вам покажу спидран? Ну, тут. Мы тоже посмотрим. Пойдемте все вместе покажу, да, как да, я да. спидраню. Го, смотри. Давайте, мир, перемирие небольшое. Откройте дверь, пожалуйста. Откройте дверь, там зомби застрял, он не умеет сам. Спасибо. Выходи, выходи, да. Но... Да не бейте! Все смотрят, отойди, флешка. Это ваш друг. Встаньте вот напротив, на ваше оружие смотрите. Не, ну там только пистолеты. Флешка, смотрите? Да. Не трогайте меня, не трогайте. А, это зомби обычный, наверное. А чё у нас зомби стоят? Поднимите, пожалуйста. А почему не получилось? Поднимите, пожалуйста. Кирилл спидран показывал. Сейчас, если не помешают, то я спидран. Не, мы не мешаем спидран. Да, тут спидран даем. Я смотреть. Это фиксанули, ребят, точно вам говорю.